Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о релизной версии iOS 13.2. Итак, она прилетела где-то 1.5-2 часа назад, вот, многие пользователи уже накатили, я посмотрел как бы у них обзорчики, и сейчас хочу вам выложить, что здесь, конечно же, нового добавилось. Я вам уже ранее рассказывал то, что 30 числа будет релиз, но, как оказалось, 29-го. То есть бета 4-я, это уже был своего рода релиз, но Golden Master версии там не было. Почему они так спешат, я не знаю. Как бы у них было в планах, как я и говорил, до 30 числа выложить, они это сделали. Для чего это нужно, чем это преследуется, мы узнаем уже немножко позже. А так, в целом, что хочется сказать, она работает отлично, все так же быстренько работает наш режим Haptic Touch, все отклики идут очень быстренько, интересно, никакого дискомфорта, никаких лагов я здесь не заметил, все работает на высшем уровне, как это требуется от компании Apple. Слава богу, они поправили, конечно же, этот баг с батарейкой, который уже у нас как бы будет радовать в дальнейшем, я думаю, расстраивать они уже не станут. Как бы это все ложится на их плечи, на их репутацию, они должны с этим как бы бороться. Вот, опять же, что здесь нового, то есть свайп, как мы ожидали, на русский язык они не добавили, к сожалению, все так же осталось на английском, но может они в дальнейшем это допилят, будет в 3.2.1, или может, точнее в 13.3, подглядим, будем писать, конечно же, в этих версиях. Вот, мне нужно будет перезагрузить устройство. Я забыл, но хочу еще сказать то, что у меня даже когда я был на 4-й бете, мне все равно релиз прилетел. Это очень интересный ход от компании Apple. Да, и как можете заметить, я уже сейчас пишу на iPhone 7. SE уже будет в прошлом, перешел на iPhone 7. Теперь с этого телефона будут все тесты, и будем смотреть, как он будет в целом работать. Вот, к обновлению, конечно же, советую, багов здесь я не заметил, новых фишек здесь как таковых тоже нету, где-то может пару каких-то эмодзи, как бы на удаление, на шаринг у нас все то же самое осталось, никаких нововведений здесь не добавилось. Вот, и оставляйте ваше мнение в комментариях, может я что-то упустил, расскажите, делайте резервную копию всегда, не забывайте, чтобы вам потом легче было восстановить данные вдруг чего. А пока посмотрите обзор скорость работы iOS 13.2.